Двоих украинцев с кокаином в желудке задержали в Польше. Таким образом, они пытались доставить наркотики из Бразилии. Мужчины прилетели в Варшавский аэропорт 19 октября. Во время обыска таможенники заподозрили, что у них при себе запрещенный груз. Компьютерная томография показала, что в желудке у каждого из них резиновые пакеты с кокаином. Общей массой почти 2 килограмма. Цена такой партии на черном рынке более 4 миллионов гривен. Мужчин арестовали. Им грозит до 15 лет тюрьмы.